В рамках строительства нового завода планируется применение мировых технологических разработок и установка новейшего оборудования, которые будут соответствовать всем параметрам программы «Индустрия 4.0» – технологической модернизации экономики и цифровизации промышленности. Процесс производства будет полностью автоматизирован. На текущий момент строительство ферросплавного завода и агломерационной фабрики уже начато. Строительство завода мы планируем в 12-месячный период закончить и в декабре следующего года ввести в строй данный завод вместе с фабрикой агломерации. Очень важным фактором является то, что доля казахстанского содержания в продукции нового завода будет 100%. Вместе с тем хотелось отметить, что выпускаемая продукция будет соответствовать всем требованиям мирового стандарта и будет ориентирована 100% на экспорт. Вместе с тем хотелось отметить, что на время строительства будет создано свыше 1000 рабочих мест, и после ввода в эксплуатацию завода и фабрики агломерации здесь будет работать порядка 400 наших соотечественников. Уникальность завода также еще будет состоять в том, что он будет экологически чистым, и на сегодняшний день мы можем сказать, что экологическая составляющая будет порядка 99,8%. Общая стоимость строительства фабрики и завода – 36,8 миллиардов тенге. Сумма финансирования Банком развития Казахстана составляет 29,6 миллиардов. Сумма собственных вложений ТО «Казкарбон» – 7,2 миллиарда тенге. При этом, учитывая экспортную ориентированность проекта, «Казкарбон» получил также поддержку со стороны экспортной страховой компании «Казахэкспорт» посредством страхования займа на сумму 11,5 миллиардов тенге, что является показателем успешной синергии двух финансовых институтов страны. Кредитные средства БРК будут направлены на строительно-монтажные работы и закупку высокотехнологичного оборудования. На заводе планируется 8 печей по 8 мегаватт. Объем продукции ферросплава 57 тысяч тонн в год и фабрика агломерации с объемом 240 тысяч агломератов в год. Это позволит нам использовать тощее сырье, одним словом, отходы. И мы, имея офтек-контракты на сегодняшний день по реализации продукции нового завода в европейские страны, в Россию, на американский рынок, на рынок юго-восточной стран, мы уверенно смотрим в будущее по реализации данной продукции. Реализация такого масштабного проекта напрямую способствует исполнению поручений президента страны по привлечению инвестиций и увеличению производительности труда в этой сфере.